Мы продолжаем выпуск. Шахтерская столица отпраздновала День призывников. Традиционное мероприятие прошло в Парке Победы. В этот раз постигнут науку защиты Родины 35 новобранцев, рассказывает организующая сторона. Поздравил молодых солдат и чемпион Лондонской Олимпиады Серик Сапиев. После призыва в армию многие из ребят впервые всерьез задумываются о понятии защита Родины, поэтому служба в армии – тяжелый повседневный труд. В то же время это возможность получить новые знания и умения, проверить себя на прочность, обрести верных, преданных, настоящих друзей. Так считают организаторы мероприятия. В этом месяце пойдут служить в армию 35 молодых солдат. Остальных будут призывать в ноябре и декабре, говорит заместитель начальника департамента по делам обороны Станислав Жаров. Поэтому сегодня мы проводим День призывника, проводим в такой знаменательной большой, в таком большом знаменательном форуме, когда вы видите, что присутствует порядка 2000 юношей, которые готовятся в скором времени встать на защиту нашей Родины, войти в число призывников молодого пополнения. В патриотической акции приняли участие представители руководства города и областного филиала Народно-демократической партии «Нур Отан». А самым главным сюрпризом для новобранцев стало присутствие чемпиона Лондонской Олимпиады, обладателя Кубка Вэла Баркера Серика Сапиева, который тоже поздравил призывников со знаменательным днем. В день призывника хочется пожелать нашим солдатам достойно нести знамя республики, достойно представлять Республику Казахстан, любить свою родину, любить нашего президента, быть патриотами Республики Казахстан. В ходе данного мероприятия для молодых солдат выступили военно-духовой оркестр и профессиональные артисты нашего города. Мирамгуз Алкимбаев, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества, любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».